34-й из 85. Такое место в 2017 году занимала Чувашия в рейтинге Общероссийского народного фронта среди регионов по капитальному ремонту многоквартирных домов. При этом 26 тысяч семей в республике ни разу не платили взносы. О других цифрах Ольга Пырочкина. Россияне начали платить за капитальный ремонт своих многоэтажек с 2014 года. С тех пор в Чувашии собрали 2 миллиарда 200 миллионов рублей и отремонтировали 1101 дом. Это каждый пятый из тех, которым ремонт требуется. Самыми изношенными оказались крыши, электропроводка и системы водоснабжения. При ремонте предпочтение давалось энергоэффективным технологиям. Кроме того, теперь подрядчиков выбирают по системе аукционов, что позволяет экономить средства и на них проводить дополнительные работы. За счет сэкономленных средств в городе Чебоксар в настоящее время ведется замена 81 лифта, 18 многоквартирных домов. Выполнены также за счет сэкономленных средств ремонт системы холодного и горячего водоснабжения в 3 многоквартирных домах. Это о плюсах, теперь о минусах. По данным специалистов, более 2000 семей в республике ни разу не платили взносы. А еще ситуацию портят недобросовестные подрядчики. Так один из них выиграл объекты в Шумерле, Канаше и Чебоксарах на 75 миллионов рублей. Но не успевает справляться с объемами. Мы неоднократно предлагали фонду включить его в список недобросовестных подрядчиков, но пока они только ведут с ними работу в претензионном порядке по взысканию. И у этой данной организации были большие объемы выполненных работ. Всего они заключили 13 договоров, своих сил не хватает, распыляются. И в итоге получаем несвоевременное выполнение работы и некачественное. Мы сейчас процедурный вопрос этот ведем, потому что для того, чтобы включить список недобросовестных поставщиков, надо ряд мероприятий провести. Прошу принять все меры. Вот с вашей стороны. Глава Чувашии призвал не затягивать со списком недобросовестных подрядчиков. Тем более, что впереди новые аукционы. И важно знать, кто будет выполнять план на 2018 год. В нем 252 дома. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев. Республика.